Задача номер один – обеспечить честность, прозрачность и легитимность в единый день голосования. Над ее исполнением работает общественный штаб по наблюдению за выборами. Помогать будут некоммерческие организации области. Подписано 8 соответствующих соглашений. Для того, чтобы охватить все избирательные участки общественным наблюдением, нам, конечно, нужно много подготовленных людей. И очень отрадно, что общественные объединения, активные неравнодушные граждане, жители Ульяновской области, готовы поучаствовать в этой работе. Ставки сделаны на молодежь. Свое желание оказать содействие показали студенты ведущих вузов региона. Выбирали из числа учащихся по специальности, так или иначе пересекающихся с понятием «право» и «закон». Первыми к процессу подключились будущие юристы. Многие из ребят уже подкованы в вопросах законодательного и избирательного права. Это студенты юридических факультетов. Для них это определенная практика, навыки и возможность почувствовать себя, во-первых, нужным, важным и, ну, как бы отточить свое мастерство. Обучать кандидатов в общественные наблюдатели будут сразу несколько структур, включая региональное отделение Ассоциации юристов России. Тонкостей много, начиная от азов самого процесса до изменений в нормативной базе. Потому что общественные наблюдатели, они должны не только обладать знаниями, как вести наблюдение, но и также, конечно, знать основы избирательного процесса, основы избирательного права, для того, чтобы можно было во время наблюдения делать выводы, насколько законно или незаконно проходят те или иные процессы. Подготовка общественных наблюдателей будет организована в каждом районе области, где в единый день голосования будет работать избирательный участок. Первый на очереди – Павловский. Обучить предстоит около 3000 активных ульяновцев. Для этого сформировано 3 рабочие группы педагогов и профильных специалистов. Пополнить ряды общественных наблюдателей может любой желающий с активной гражданской позицией и достигший совершеннолетия. Александра Никитина и Марат Мигдиев. Управда ТВ.